Болтовня в интернете болтовней. Но агроном сказал, что надо почистить поле от буйно растущего бурьяна. Это поле еще не сажалось, оно просто как бы стоит, под парами ждет. Весной было так поднято, зачищено, но ни грядок, ничего в нем еще не нарезано. Бурьянчик потихоньку растет. Оно уже, наверное, месяц стоит, даже больше. Сейчас быстренько так вот в два прохода, то есть по пол фрезы, не по целой фрезе, а по пол фрезы, чтобы, как говорится, следов не было. Что само по себе для фрезы шириной 90 не очень хорошо. Конечно, это, наверное, делать лучше на фрезе шириной 120. Но у меня пока такое нет, есть фреза 90, поэтому 45 туда, 45 обратно. Попробуем. Ну вот, при таком двойном проходе, конечно, все чистенько, без следов, за исключением места, где поворачивают. Зато вот теперь грядки будет резать по-ровному, без центрального следа очень легко. Ну а края придется немножко граблями подровнять. Вот коротко и все. 5 минут поле, правда, небольшое, 10 метров длиной. Это грядочный такой кусочек. 10 метров длиной и, наверное, метров 7 шириной. 6-7 метров шириной. Все. Пока-пока.